Нижний фасад Тобольска защитят от подтоплений. На первом этапе построили перекачивающую насосную станцию, в том числе технологические сооружения для сброса паводковых вод. Уже проведены пусконаладочные работы. Второй шаг – это углубление русла реки Абрамовской и ее притока на участке от улицы Басовой до Дзержинского. Углубляем речку на 3 метра, по Басовой идем. Ну и благоустраиваем откосы, укрепляем, отсыпаем плодородным слоем. Раскопка канала, она нужна не в том плане, чтобы красоту навести, а в том плане, что, что вот это все, что делается, что хоть вода здесь в огородах у людей здесь стоять не будет. В створ углубляемого русла реки и ее притока попадают инженерные сети. Их необходимо перенести. Каждый шаг специалисты сверяют со схемами. Параллельно строители ремонтируют объекты транспортной инфраструктуры, пересекающих водоемов. Сейчас обновляют Пятницкий мост. Полностью завершит работу и обещают до 30 июля текущего года.